Виталий Лункин, если кто не знает, у вас два браслета WSOP, победы в больших, там, самых крупнейших турнирах и более 6 миллионов долларов призовых. Как тут не быть звездой, тем более, когда у нас не так много побед было до вашей первой, да, виктории. Что сейчас изменилось и как в целом проходит 2018 год для вас? Был в трудах, в заботах, но нашел время, съездил на Мейн. Вот, был в Сочи в прошлый раз, а потом как раз подготовился к Мейну. Ну, играл в основном в кэш и играл там недорогие турниры и конечно, Мейн. Мейн и Беладжио сыграл тоже. Вот, ну и все, сейчас вернулся снова в Сочи. А потом снова, ну, потому что осень будет занята, вряд ли я буду куда-то ездить. Снова будут там всякие там сельскохозяйственные посадки. Вот, ну и рад, что я здесь нахожусь. Поэтому очень новый зал, новое место, как бы интересно даже, ну, встретился с старыми друзьями, так все хорошо. Два месяца назад в нашем интервью вы говорили, что вот структура главного события WSOP, про него идет речь в Вегасе, прям для вас, но буквально там одно призовое место, да, у вас один ТМ в небольшом сайде, и все, и других таких побед не было. Что не получилось в турнире, и как прошла кэш-игра для вас? Ну, кэш-игра прошла положительно, хотя я не играл крупную Амаху, у меня просто, ну, изначально я поехал, думаю, сыграю первый турнир, очень с хорошей структурой, там по 2650, по-моему, или 2620, даю 26 тысяч фишек, думаю, если я пройду и дальше, буду играть чаще турниры. Не сложилось, поэтому переключился на Амаху в Вене, там интересно для меня лично Амаха, они блайнды 1-2, но рейс $10, то есть фактически Амаха 5-10, 5 кол, 10 рейс, но блайнды маленькие, то есть ты $500 заявляешь и, ну, проиграл блин, доставил, но вся игра идет, когда вот несколько часов игры, уже стеки становятся глубокими, и там уже можно что-то такое, ну, нормальное, ну, отловить, заработать, вот, поэтому по кешу нормально все, а с мейном не повезло, ну, просто бывает такое, что у меня прошлое поражение, там, ну, допустим, мы выставились, допустим, на терне, у меня фул на десятках, там флоп туз 10, 9, 9, у соперника 9, 6, у меня фул на десятках, ривером девятка, это я вылетел, ну, ничего не сделаешь, это вот покер. И то же самое в этом году тоже, у меня были два туза, я против девяток проиграл, с 90 тысяч у меня стек остался 40 тысяч, при среднем 70 тысяч. Ну, там в розыгрыше было, и можно было теоретически еще скинуть карту, потому что был розыгрыш, Телс, тем более, выдал соперника, но тузы по сценарию, уже по урежденным, ну, большим потам уже не выбрасывается. Но я монетку подбросил, говорю, чувствую, что не мое, но по математике это кол, то есть тузы тут, ну, должны просто, ну, калировать тут уже и все. Один на один, тем более, мы играли. Действительно, терном была куплена эта девятка, я проиграл прилично фишек, и потом проиграл префлоп all-in 40 тысяч тузы в туз-король. То есть туз-король разномастный, у меня два черных туза, тоже ничего не сделаешь. Вот, если бы у меня бы девятки бы не проиграл бы я, то туз-король бы уже не ставил бы all-in бы сам бы, а только через кол сыграл бы. На флопе был три бубна, я бы отскочил. Потому что мы бы прочекали бы примерно флоп, а на терне уже закрылась четвертая бубна, и я бы спокойненько бы, ну, спасся бы. И мне как раз на слеж по парню лег. Поэтому, ну, просто вот, ну, такое вот нестечение обстоятельств, к сожалению, бывает. И немножко пару слов о вашей осени. Все-таки вот это ваше направление. Расскажите про него. Я до сих пор не очень понимаю, представляю, что это такое. Это какое-то поселение, это какое-то сельскохозяйственное угодье или что? Я пытаюсь просто сделать замкнутую систему. То есть все сельское хозяйство, оно убыточно, если не будет дотироваться от государства. И все стараются просто организовать что-то одно. Ну, неважно, допустим, мясом заниматься, там, или там рыбой, или там медом. Ну, чем-то одним собираются. И вот на этом упор делают. У меня же подход пермакультурный, где рост жизнедеятельности одного организма является пищей для другого, то есть цепочка получается. Вот, ну, условно, например, мы используем, допустим, сельскохозяйственную, допустим, солому и даем ее как подкормку, например, курицам, допустим. А курицы делают свои отложения, и это прекрасно получается, там, ну, как мы раньше, помнишь, было, мы навоз удобряли поля. То же самое, фактически, у нас фактически тот же самый принцип получается.
на этом прекрасно растет другой продукт. Соответственно, вся ботва идет на, там, для червей, которые, там, которые прекрасно копошатся в этом деле. Черви, прекрасный белок, опять же, для тех же кур, рыб, например. То есть там и замкнутая система, мы пытаемся соорганизовать. Но это долгое, к сожалению, дело. Например, деревья, допустим, они тоже вырастут через 5-7 лет, только будут нормальный урожай давать. Орехи там через 7-15 лет будут давать. То есть это все долго получается, и поэтому пока, к сожалению, идут только пока затраты. У нас в этом году мы много потратились на ту же клубнику, но она только в следующем году будет, ну, давать основной приработок. Мы надеемся, что мы выйдем на следующий год на какую-то, ну, рентабельность. И пока, получается, вот мейн не сложился, к сожалению, мне эти деньги нужны были. То есть, к сожалению, сейчас придется мне, ну, какое-то время, ну, не играть, в общем-то. Либо сейчас выиграть, ну, что-нибудь в Сочи, и тогда я быстрее все это сделаю в Тульской области. Какая у вас площадь вашего участка и сколько сейчас там, не знаю, поголовья кур, нет, или... Нет, этого пока еще, это только все организуется. Участок у меня, начал я с маленького участка, ну, относительно маленького, это самый большой участок был у нас в поселении, у меня 4,5 гектара земли, это все равно самый большой был участок. Но сейчас мы докупили 16 гектар, там делаем лесосад и лесопастбищную систему, лесополевую систему, и отдельно еще 16 гектар есть, они были выкуплены на двоих, но через эти 16 гектар просто дорога идет, мы обязаны были выкупить этот участок, иначе мы дорогу не могли к поселению построить. Очень много сил ушло, у нас 3 года мы ездили по полному бездорожью, только моя L200, слава богу, это прекрасная машина, кстати, лучшая машина в своем классе, L200, советую, ну, ребятам на нее обращать внимание, трудяжка, никогда не ломалась, и меня выручала сильно, и по-любому бездорожье она проходила. И вот мы через 3 года смогли, вот, благодаря выкупленному участку, сделать дорогу. И часть участка мы как раз передаем на, так, тоже, ну, это, в принципе, монопосадки, не пермакультурный подход, но тоже ребята заинтересовались, вот как раз клубника и малина, и мы там высаживаем постепенно, договорились на несколько семей, вот пробуем, что из этого получится. Тоже много косяков оказалось за этот год. Например, сделали пониже грядки, а так как био у нас продукция, ее все прекрасно любят, слизни, лягушки, птицы. То есть, опять же, чтобы бороться со слизнями, обычно что делают там? Химии поливают. Мы этого не приветствуем, у нас био, ну, продукт. Соответственно, для этого нужен утиный трактор. Потому что для утки это деликатес. Мы эти слизни, ну, должны резать на маленькие кусочки и приучать уток. И после этого они просто с удовольствием ищут этих слизней и поедают. То есть вот такие маневры, ну, можно использовать. Но, тем не менее, все равно много подводных камней. То есть мы не выстроили ветрозащиту, а от этого урожай меньше. Очень много сорняков нужно платить людям постоянно, чтобы нам, ну, пропалывали все это дело. Вот. Ну, опять же, можно заводить гусей, которые будут заниматься прополкой. Это тоже, ну, вариант. Ну, как бы, то есть, ну, все надо вот, ну, в процессе. И поэтому процесс идет, ну, проще тебе приехать, на самом деле, и взять там интервью, как раз я тебе показал бы, вот она клубничка, например, вот она малинка, там, вот здесь вот мы будем вот это делать, вот здесь мы пруды выкопали, вот здесь у нас озеро, например, и там уже ты будешь понимать, что нам еще осталось. Ну, на самом деле осталось много еще, там любой проект примерно 20 миллионов рублей. Вот 20 миллионов рублей, это раньше это были небольшие деньги, а поехал в Вегас и тут же заработал. Сейчас, к сожалению, когда много было вложено здесь сил, и не продается дом, там, ну, приходится пока не играть крупные турниры, значит, пока вот эти 20 миллионов мы пока не можем, ну, лишние заработать. И так для каждого проекта, то есть вот даже сделать там птицефабрику небольшую 20 миллионов, чтобы делать небольшое рыбное хозяйство 20 миллионов рублей. И так вот это все надо пока найти их. Ну, мы начинаем поэтому, ну, поэтому с малого начинаем. Сейчас вот либо выиграем, либо заработаем, ну и дальше будем двигаться. Не продается какой дом? Ну, у меня в Подмосковье, мы хороший участок. А не проект, а я в 2013 году там построился и живу в Подмосковье. Вот Толя Филатов показывал эти видео, там как раз именно из Подмосковья. Там все отлично, там все хорошо. Все замечательно вообще для отдыха, для жизни, но внутренне хочется чего-то еще большего, как бы вот, ну, мы на этой планете, чтобы что-то творить, а как бы, а там получается, ну, просто замкнутый уже рай, и не замкнутый, ну, но если мы делаем замкнутую систему, где вот, как я говорю, продукт жизнедеятельности одного является пищей другой, да, вот эта цепочка нужна, нужна территория большая, минимум гектар земли, но лучше еще больше, потому что, например, на 4 гектарах у меня только гектар занимает пруд. Пруд с островом, с своими зонами определенными, там, мелководье, там, для, у каждой рыбы плавает тоже на своем
Ну, кому-то ну, на метр нужна высота, кому-то полтора метра, ну, высота, говорю, ну, неважно, глубина, да, ну, и нужно создать мелководье, чтобы там лягушки появлялись, чтобы, ну, мальки, чтобы было им комфортно, все это нужно было, ну, замкнуть, сделать, ну, это нужно, ну, это, просто, мне это нравится, как бы, а на пол гектара земли этого не сделаешь, и ты не будешь получать, ну, от этого эстетическое удовольствие. И два коротких вопроса, два коротких ответа. Мы – это кто? Кто с вами делает? Сколько вас человек? Это... Ну, вообще, мы – это я предлагаю абсолютно любому человеку, который находится в поселении, говорю, давай что-то сделаем. То есть, вот что хочешь, давай ну, начнем. Я за, я всегда готов, ну, поучаствовать. Поэтому мы пока это всего лишь еще одна семья. Надеемся, что на следующий год еще будет две семьи, как бы, то есть будет четыре семьи там, ну, двигаться дальше. По, ну, опять же, все пока тоже... это мне... не идут пока по такому варианту, это нравится тоже как, куда-то, ну, в общем, средства не безмерные, и ребята стараются куда-то воткнуть деньги, чтобы получить максимальный урожай и реализовать продукцию, но не понимают, что вот, например, в этом году, например, у тебя яблоки есть, а на следующем году не урожай яблок, но зато были бы вишни, например, да, или там в этом году мы там посадили тоже клубнику, например, а малина не пошла каким-то образом, то есть надо все в совокупности держать, чтобы где-то, ну, выстреливало, и в конечном итоге, надеюсь, что мы к этому придем, и люди сами будут к нам приезжать. То есть, к примеру, вот клубнику мы начали, ну, пробно там реализовывать там, по 200 рублей оптом. А нам, ну, продают они там по 500 рублей за килограмм. Нам проще, чтобы люди к нам приезжали и сами срывали ее, и платили нам те же 200 рублей. И людям дешевле, ну, получится, и они помимо этого могут покупаться, отдохнуть, сходить за грибами там в лес, там покататься на велосипеде и одновременно приобрести, ну, продукцию. Это вот, конечно, как бы конечная цель вот наша. И получаешь удовольствие, общаешься, вот, и иногда ездишь там на соревнования. Но пока это все в теории так, а на практике пока это долгий путь, и боюсь, что даже не 2-3 лет. То есть цель ваша, чтобы был какой-то такой большой агрокомплекс, куда можно прийти, немножко потратить денег, и вы при этом эти деньги заработаете при помощи этой своей территории. Да, но только большой, когда ты говоришь агрокомплекс, это сразу в голове у людей что-то такое серьезное, завод какой-то там, огромная фабрика. Нет, у нас много маленьких хозяйств как раз. Вот это можно назвать это агрохолдингом, но только это состоящий из маленьких хозяйств. Ну, тоже маленьких, условно, там 1000 кур, 1000 там индеек, например. Да, это небольшие, ну, комплексы. Вот. Но сейчас хоть какие-то куры у вас есть, или гуси, или еще кто-то? Сейчас мы пользуемся соседскими просто, не в поселении, а рядом. То есть пока для себя мы просто используем чужие, ну, возможности, но которые не на тысячи идут, даже не на сотни, а на десятки. Там, ну, человек там 10 там, кур. Ну, условно, на 10 кур нужен один петушок. Поэтому там, условно, если у вас 20 кур, там нужен 2 петуха. Вот, чтобы яйца были, ну, настоящие, ну, то есть... Не диетические, как пишут, ну, в магазинах, а те, которые можно было питаться. Поэтому мы пока используем чужие вот эти вот, ну, наработки в маленьком количестве. Это нам пока, ну, более, ну, более правильно получается. Потому что мы еще не переехали на постоянное место, и нам нужно вначале прийти к реализации какого-то нормального проекта, чтобы можно было в помощь брать одну семью или вторую семью, платить им деньги. Тогда мы можем уже вместе, ну, условно, есть разные варианты. Например, мы с тобой состыковались, у нас есть время только для хозяйства. Мы с тобой что-то выращиваем и делаем там. А также, например, сейчас, например, у нас нет с тобой такого времени. Значит, нам, потому что ты находишься, например, здесь, я нахожусь тоже сейчас здесь, а нам нужно, чтобы там дело шло. Значит, нам нужно, чтобы там была семья, и мы могли с тобой проплатить деньги кому-то, зарплату, ну, в данном случае. Вот поэтому сейчас, если мы это дело, ну, наладим таким образом, значит, мы будем расширять дальше нашу, ну, нашу деятельность. Вот в этом году тоже были определенные косяки, взяли ребят из Молдовы в помощь. 3 месяца прошло, они уехали, обратно их не привезли, потому что, оказывается, по законодательству с Украины могут. Вот тут же уехал, паспортный контроль прошел, вернулся. А Молдова, если уехала, только через 3 месяца могут вернуться. То есть нужно тоже заранее было знать. То есть все это вот, ну, значит, на следующий год надо патент брать. То есть, ну, какие-то вот эти вещи. Вот. Поэтому к сезонной работе мы привлекаем сейчас, ну, людей, а на постоянном месте у нас пока нет никого, то есть фактически. И поэтому мы не можем взять там крупный рогатый скот там, или там ту же птицу. Как только мы к этому придем, то да, мы это все сделаем. Ну, вы счастливы? Ну, вообще счастье – это как раз процесс, в принципе. Это не когда ты добиваешься цели, а когда ты идешь к ней. Вот этот вот процесс, он и есть счастье определенное. Когда ты достигаешь цели, ты ставишь новую цель и снова счастлив.
То есть это вот движение, оно вот, ну, единственное, что я его цель поставил такую сложную, ну, физически, что иногда ты понимаешь, что немножко можно было сделать по-другому. Я, например, вот сколько я денег сам не вкладывал в кого-то, везде прогорал. Только вот то, что я делал сам, у меня получалось. Вот. А сейчас я вынужден был вот ту землю взять здесь, как бы, и одновременно делать. И, то есть несколько дел сложно. У нас у дороги я доделаю там вегетарий, в него вкладываются определенные средства, и надо его доделать. На участке надо было там, ну, вот, вкладываться там, в дом, ну, в домик сибирский сейчас завезли. Это необходимо. Это такая почка такая здоровая, 9.5 на 3 метра. Внутри обшитая, утепленная. Если набрать сибирский домик, то вот, ну, такие домики, они просто более, ну, дешевые получаются, но тоже они требуют средств определенных. Ну, это дешевое жилье на первый случай как раз. Ну, тоже и так далее. То есть, по мелочи тебе очень много, ну, средств улетает. То есть, к примеру, сыграть турнир за 5 тысяч бывает выгоднее, чем вложить, ну, эти деньги. Но приходится вкладывать именно, ну, в другие вещи, ну, объекты. И пока это все, ну, не закончится. Как только станет законченным, ну, какой-то чего-то будет нормально, будет давать какие-то финансы, то тут придет и удовлетворение от этого. Вот, пока идет только удовлетворение от процесса, ну, что тоже неплохо. Вот, но в любой момент может как раз получиться так, что мне придется самому там находиться, и тогда я не смогу ездить, ну, куда-то. Вот, ну, может быть, ну, не могу загадывать, то есть посмотрим, что будет в будущем. То есть, ну, посмотрим, какой результат будет сейчас в Сочи, потому что я не планирую играть дорогие турниры здесь, а буду играть вот этот турнир, мейн, а там дальше, ну, наверное, не буду ничего, ну, пропущу остальные. Виталий, спасибо вам большое. Да, вам спасибо большое, да, что, да, здесь встречаете всех тогда, и всем большое, да, тоже, ну, мне как говорят, большое благодарю, не знаю, там, всех благодарю, да, за то, что столько минут могли, ну, посидеть с нами. Не знаю, мне кажется, это, ну, не знаю, как получилось там, посмотрим. Это получилось очень интересно, да. И безумно круто, что, да, вы занимаетесь какими-то альтернативными вещами, о которых лично я понятия не имею, и вы знакомитесь с этими сторонами жизни. Кстати, прикол произошел один. 5 дней назад. 5 дней назад, по-моему, 6 дней назад. Звонит Леша Иванов из Беларуси. Он прославленный лыжник белорусский в прошлом, сейчас прекрасный игрок в покер. Звонит, говорит: Виталий, я слышал, ты же здесь, ну, в Заокском районе. Я, говорит, тут в районе Таруса нахожусь. Получилось так, что он сдал машину свою в ремонт и приехал на другой машине. Вечером, у меня уже все спешить, на следующий день уезжать, неудачно поставили там ведра, я не забыл совсем, что машина его сзади. А моя машина L200 с усилением сзади. То есть там буквально я чуть-чуть подал назад, бампер тяжелый, я еще ему, там фара, бампер тоже разбил. Сейчас, ну, надо ее ремонтировать. Вот понятно, что это я, ну, виноват, мой косяк. Но вот тебе видите, первый случай, когда покерист, ну, приехал в гости, я еще, ну, там отдыхал, там собирали они там, ну, грибы, там все здорово, но, в общем, разбил чужую машину. Получается, это первая моя авария, кстати, была, вот, но я до этого не попадал. Не, была авария, когда тормоза отказывают, а вот так, чтобы я сам вот не заметил, что машина сзади, ну, вот был такой случай. Вот этому, если будете приезжать в гости, то ставьте, ну, как бы, будьте готовы к разным веселым событиям, наверное. Ну, не знаю, так как шутка, наверное. Ну, в общем, получилось так, что хотелось максимально сделать, ну, удовольствие ребятам, показать все, чтобы отдохнули, вот, а получилось, что еще и машину столкнул. Несмотря на это, мы с удовольствием приедем в гости к Виталию Лункину. Спасибо большое. Всегда.